Почему же я начала работать на себя, а не осталась в офисе ради стабильной зарплаты? Во-первых, я никогда не хотела себя ограничивать в передвижениях, мне нужна свобода. Во-вторых, я являюсь сама себе начальником и полностью контролирую весь процесс работы. Ну и в-третьих, у меня нет границ дохода, все зависит только от меня. Сколько сил и энергии я вкладываю в свою работу, столько я и получаю обратно.